Добрый вечер, добрый вечер. Слушай, да. Я мимо пробегал. Смотрю, ты тут так. В какое-то атомное сердце играешь. Что это вообще такое? Это ты хайпом называешь? Погнали, лучше корабли погоняем. Да, погоняем корабли, погоняем. Как не погонять корабли? Спасибо большое, Владислав. Так, и орг-дурак было последнее сообщение. Здорово, ребята, привет! Это вторая часть нашего сегодняшнего стрима, посвященная игре «Мир кораблей». Это спонсорский стрим. Кстати, надо это пометить. Так, чтобы сразу вопросов не было. Вот, поэтому ваше присутствие на этой трансляции очень поддерживает стримера. А еще, если вы по ссылке перешли, там, почитали, что предлагает игра, а предлагает она много чего, например, крутые подарки, о которых мы еще сегодня поговорим, то вообще замечательно. Так что приходите, у нас баннер есть. Сейчас будет баннер на экране. Так. Лунный кот. Сейчас, секунду. Так, ладно. Что? Где изображение? Какое изображение? Все нормально. Так, идите сюда. Значит, давайте все необходимые нюансы учтем. Во-первых, нам нужен баннер. На стриме есть баннер, появился. Во-вторых, у нас есть баннер в описании. У нас здесь команда корабли, восклицательный знак корабли. У нас периодически спамит бот, так что если ищете ссылочку, то ссылочка найдет вас сама. Поэтому лунный код. Прежде чем начнем, еще бы хотел поблагодарить господина Дескида, Лизяка, Постмартема, за тир 3, кстати, отдельно, Авидгану, Сайрида, видимо, за то ли полгода, то ли 3 месяца, тир 2. В общем, спасибо большое за подписки на Бусти. Крутые вы. Спасибо. Извините, просто оповещения не сработали. Вот из-за того, что мы до этого играли в Atomic Heart. А там хотели, типа, проникнуться атмосферой. Вот это, знаете, все. Вникнуть. Может, наряд надеть под кораблики? Да вот, давайте подберем что-нибудь. У меня есть такой вариант. Вот, давайте сейчас. Вот, смотрите. А? О! А! Я владычица морская! Всех сегодня приласкаю! Так, что еще? Что еще может у нас ассоциироваться с кораблями? Можно взять, не знаю, вот. Типа я юнга какой-то, юнга! Огонь остался. Так, что еще? Что может быть морским? Ну вот, типа, я такой пират. Я стал новым пиратом. Где же ты, мой фрегат? Так. Ну и больше, наверное, у меня прямо особо таких, знаете, крутых морских костюмов-то и нет. Буду сегодня великим морским пиратом. Джамайка Васа. У тебя же кепка есть. Ну, кепка это у каждого есть. А такое на голове вы у кого вообще найдете? Вот оно. Корабли — это не от Wargaming'а. Нет, они сейчас, ну, вернее, как бы... Мы будем играть «Мир кораблей». Вот, это как бы ребрендинг. Понимаете, это не от Wargaming'а сейчас, а от Леста, если не ошибаюсь. Games называется вроде. Но сейчас уточню на всякий пожарный, потому что немножко выпал из головы. Сам еще не привык. Так. Та-та-та.
Да-да-да-да-да, Lesta Games сейчас издает мир кораблей на территории РФ и Беларуси. Вот, поэтому это как бы... Ну, произошло вот это вот расслоение в свое время. Так, ну что? Значит, смотрите. Надо по-хорошему бы как-то это... подготовиться. У нас здесь специальный аккаунт исключительно для стрима, вот, на котором все заряжено, все мощно, чтобы мы могли попробовать разобраться. Но я, конечно, последний раз в корабли играл давненько. Филиппины, выбрать порт. Может быть, я хочу дракон. Давайте посмотрим, как будет выглядеть. Ядрить, реально дракон. Жесть. Лунный дракон. Так, какие еще есть крутые тут? Новороссийск. Хотите, к вам сплаваем в Новороссийск? Посмотрим, как у вас тут. Так, что еще есть интересного? Лондон. О, знаю, это Capital of the Great Britain. Блин, Лондон как будто... не может не быть, вот, знаете, индустриальным каким-то. Какие-то как будто строительные краны повсюду. Фабрики работают. Дым какой-то. Сыграй на авианосце. Сейчас мы сыграем на всем, на чем сможем. Я, если честно, да, у меня тут столько всего, что глаза разбегаются. Так, рейсеры, эсминцы, линкоры, крейсер. Эсминец. Авианосец очень сложен для начала. Да, мне бы что-нибудь полегче. Вот это что за крейсер 4-го уровня. Блин, вот это выглядит классно. Мне нравится. Такой камуфляжные расцветки. Так. Что у нас? И космопорт. Космопорт. Ну-ка. О, вот это я понимаю. Вот это совсем другое дело. Так, ладно. Погнали. Попробуем. Нет, кооперативный бой. Давайте. Случайный бой какой-нибудь. И посмотрим, как оно все будет. У командира есть нераспределенные очки. Мы с ума сойдем сейчас все распределять. Нам надо определиться сперва с... типом судна, которым мы будем управлять. Вот, я взял, по-моему, что я, крейсер взял? Да, давайте попробуем посмотреть, насколько нам подходит крейсер. Первый уровень. Ну, у меня аккаунт буснутый, то есть он, может быть, и не первого уровня, но... но по факту первого. Слышал «Открытое море ссорит друзей». Ой, это да. Сейчас начнется. Да ладно, ну что? Ну да, я буду как лох играть. Ну, простите. Вот. Ну, я же не виноват. Это не я. Это вы слишком хитры и скилловы для меня. Там НС отжал твоих друзей стримерских и запер. Это там одна Вика. Какие друзья? Я ни с кем не знаком из тех, кто там на этих вот тусовках, посвященных Atomic Heart'у. Кстати, интерес. Уже мне так нравится, что они сидят, типа ждут там до релиза Atomic Heart'а, там 7 часов, все дела, а при этом уже все играют в Atomic Heart. О, загрузилось. Ну, сейчас узнаем. А Дина, блин. Ну хорошо, Дина. Ну она ведущая. Она. Да Дина, блин, она со всеми знакома. Понимаете? А я про друзей. Так, кольцо, начать бой. Значит, задача. Наша задача. Наберите 1000 очков раньше команды противника, захватывая контрольные точки, уничтожая корабли противника. Состав команд. Здесь очень много людей. И мой пресс.ру 2023.3. Подсказки. Что ж, давай. А, я как давай. Салатик. Прекрасно.
О, спасибо, ну а что? Салатик — это самое полезное. Упреждение. Да, бинокль. Все, научился играть. Ну, значит, давайте. Чем займемся? Бой начинается! Ух, ядрить! Так, будем следить за моей командой. Так, главное отличие кораблей от всех других игр, так сказать, военных симуляторов, заключается в том, что ядрить они долго поворачивают. И вот это вот все по сравнению там с какими-нибудь танками, самолетами и т.д. и т.п. Поэтому сейчас нужно очень хорошо распознать их маневренность. Да забей, видишь, целишься, стреляешь. Не, ну это я примерно понимаю, как делать, поскольку суть одна в играх такого жанра, плюс-минус. Мне бы только разобраться, у меня есть бронебойные, я так понимаю, патроны, да? Вот со скиллами мне бы разобраться. Есть ремонт. Так, куда все куда-то поплыли? На точку С. Обнаружены силы противника. Мы за всеми. Чё-то сколько по времени одна катка? Чё-то медленно плывет. Да это кажется, что медленно плывет. Смотрите, как херачит. Если на носу стоять. О, у нас японский корабль. Команда начала захват точку А. Тем более, это же гребаный крейсер. Что вы хотите? Конечно, он долго плывет. Ладно, 2 часа? Ну да, примерно так. Ну, как всегда. Так. Люди уже потихоньку что-то выцеливают, кого-то находят. Так, ага, вот кто-то вышел в открытое море. Да, здесь надо на супер упреждение нам стрелять. Попробуем сюда. Нет, все еще. Ну, почти, кстати, почти попали. Бронебойные в борта. Ну, я, кстати, бронебойными и стреляю. Ну, все, он скрылся. Попал по жопке. Хорошо. Туда я и целился. Лучше бы я, конечно, попал по жопке близняшкам из Atomic Heart. Так, что у нас там? Ну, мы завтра продолжим, посмотрим, что еще там есть. Только поворотник не включил. Да, боюсь, что в этом плотном потоке люди не сумеют сориентироваться, куда я двигаюсь. Куда я плыву? Хожу. Тут, понимаете, здесь надо сразу овладеть терминологией, когда вы играете в подобные игры. То есть у нас суда, они ходят. У нас не капитаны, у нас командиры. Так, давайте. Посмотрим, что есть. Еще есть торпеды. Да, да хрен тут попадешь. Недопустимый угол наведения. Не, понимаете, столько кораблей выдали. Получила преимущество. Я еще не умею ими всеми управляться. Команда противника близка к победе. Как уже близка к победе? Так, срочно надо что-то делать. Так. Ну давай, попади. Что-то попали по бортам. Или не мы попали. Вот же четверка. Попал! Так, мне не нравится этот звук. Так, отлично, расхерачили. Хорошо. Да какого черта команда противника близка к победе? Немедленно сдаем Нубас. Торпеды по правому борту. Ну я тут Нубас, я-то, понятное дело.
Мне такие корабли, блин, дали. Конечно, обосрешься. Мне надо что-то попроще. Знаете, какой-нибудь этот... Киа Рио, там что-нибудь такое. Прямо по курсу. Так, где вообще нос корабля? Ай, твою мать! Так, все. Куда еще нубее? Четвертый уровень корабль. Так, попал, хорошо. Торпеду мне в зад. Ай, я почти, кстати, смог. Ну что ж. Судя по всему, команда неудачников. Не подставляй бока. Норк, может быть, ты проигрываешь, потому что у тебя баннер на мини-карте? Ну, кстати, если вам куда-то кажется, что его лучше передвинуть, вы скажите, потому что... Если он вам мешает, давайте в Санкт-Петербург... О, фьорды. Давайте сначала в Санкт-Петербург. Включи в настройках полное отображение интерфейса. Хорошо. Так. Управление. Во-первых, вертикальную синхронизацию. Увеличим чуть-чуть интерфейс. Так. Полное. Полное отображать составы команды, индикаторы перезарядки, счетчик урона, потенциального урона, часы в порту, чат в бою. Чат обязательно надо. Индикатор попадания включен. Альтернативный режим интерфейса. Ну и что из этого, по-вашему, нужно включить? Что, счетчик потенциального урона? Включи альтернативный режим полный. Все, понял. Таймеры пожаров, затоплений, других модификаторов. Хорошо. Давайте возьмем что-нибудь полегче. Так, господи, чего у меня тут только нет. Смотрите, какой модный линкор. Арп Харуна. Линкор 5 уровня. Это вообще какой-то геймерский, сразу видно. Так, надо отфильтровать. Давайте попробуем поплавать. На чьих бы? Давайте на британских. Ставь класс. Сейчас поставим. Так, кто у нас получается? Подводные лодки, эсминцы, крейсеры, линкоры и авианосцы. Так, авианосцы забьем сразу. Это для нас слишком сложно. Давайте что-нибудь попроще. Давайте возьмем эсминца какого-нибудь. Тем более, вон тут Арчибальд за рулем. Эсминец второго уровня. Так, ну мы же можем поставить угодно уровень, да, вон, 10 уровня. А? Даринг. Я в рекламе видел, что у них есть покраска корпуса с принтами. Едите эти корабли. Это пресс-аккаунт. Это не мой аккаунт. Ну, в смысле, это для демонстрации. Камуфляж, блин, ну если бы тут было что-то с аниме-богинями. Международный женский день, как вам такой? Летний. La Fania Padrik. Трофейные, уникальные. Prime Gaming. Таком можно просто всех таранить. Так, а где искать анимешниц? Тематические зимние узоры, лунный воин. Токио гейм шоу. Ну почти анимешный.
День Святого Валентина, День Канады, Gamescom Black. Нет, видимо, нету у меня анимешных. Так. Ну, окей. Да-да, я помню, что были интеграции. Так, а флаг? Флаги. Рядные. Памятные. Ну, давайте якорям. Так, ну что, нет изученных навыков. Да пофиг! Каждого командира, что ли, прокачивать? Сейчас все будет. Сейчас мы на эсминцах точно у нас все получится. Он хочет, чтобы его за пол земли было видно. Там коллаба была, какие моды. Не, ну были официальные аниме коллабы, это я помню. Были еще, по-моему, с Вархаммером коллабы. Чего только не было. Так, мы воюем в Греции. Дымы. Дымы, задымая завеса, скрывает точное расположение вашего корабля и кораблей союзников. Мини-карта. Да, кстати, куда вам баннер-то передвинуть, чтобы было удобней? Давайте пока куда-нибудь сюда. Вы главное, по баннеру кликайте, да? Не по этому, который на экране. Он напоминает о том, что мы играем в мир кораблей. Кстати, если вы по нашей ссылке зарегистрируетесь, да, то там подарочки, смотрите, какие. Красота. Так, уже игра началась. Посмотрим подарочки чуть позже. Так, все, заряжаем. Заряжаем бронебойные. Так, в этот раз не обосремся. Так, давайте подумаем. Значит, вот все наши. Вот их все видно. Никнеймы, ХП. Все, чтобы вам было... чтобы себя чувствовали как дома. Подарочки от Орчи. Твое главное оружие — торпеды. Хорошо. Но они сейчас на КД. Поэтому пока будем просто... Ого, сразу на десятке. Ну я зарядил, что там было модное, крутое. Я зарядил, ну вот и все. Эта лодка бодрее плывет. Ну конечно, она бодрее, это не огромный... Кто у нас там был? Крейсер. Так, Вальдеморт какой-то впереди. Так, ну они как-то, конечно, далековато. Пока не подставляют торпед, уворачивайся. Как могу, как могу. Do my best. Я думаю, что наша задача по-хорошему это пытаться все-таки играть по механике. Поэтому мы попробуем захватить точки. Чуть-чуть так, конечно, подстреливаемся, но... А можно потом посмотреть авианосцы? Я люблю механику миньонов. Может, это сподвигнет меня начать играть? Оргзамкатер. Конечно, сподвигнет. Может, тебе еще и ссылку дать? Ну, мы попробуем, конечно, авианосцы. Но мне бы сейчас просто, понимаете, как-то начать себя увереннее чувствовать. Потому что... То, что я там какие-то более-менее азы управления знаю, ни о чем не говорит. Потому что корабли... У меня было в свое время, знаете, такое настроение, когда я подумал, хочу какую-нибудь такую вот PvP-шную игру, но, знаете, не напряженную. Не вот, чтоб бегать, как в Fortnite, стрелять в динамике высокой или как в Call of Duty и так далее. А вот чтобы как-то аккуратненько что-то высовываться, постреливать. Как-то так. Я вот думал как раз в корабли тогда поиграть. Уже их установил и... Так. Мы не... Надо понять, как у нас... Угу. Понятно. Ну, логично, это же торпеды. Идут.
Под водой. Остров. Заторпедировал остров. Да хватит угорать. Остров, я его убью сперва. Сначала убью остров, потом убью всех их. Вон, смотрите. Вон, на опережение сейчас. Вон. Че доплывет и конец. Блин, боюсь, они уже поздно туда прибудут. Хорош своего паря торпед. Блин, ладно, торпеды не так далеко фигачат. Ладно, мы на точку Б плывем. Вот что самое главное. Здесь главное очки. Очки, твою мать, ты куда плывешь? Неадекват, гребаный. Что ты делаешь? Да я понял, что у меня радиус такой у торпед. Я пытаюсь подплыть поближе. Вы думаете, легко? Вы думаете, мне легко? Раз похоже на то, что мне легко. Между прочим, на полном ходу фигачу. Концентрировать огонь на указанной цели. Так. Как же он дрифтит. Чел на розовом подрезал меня. Торпедные аппараты перезаряжаются. Хорошо. Блин, до этого мы тоже не достреливаем. Ни до кого не достреливаем. Сфокусировать огонь на цели. Да иду я, иду. Я иду на точку А. Торг, давай я могу сам и тут торпедировать тарань своих. А Даринге лучше 90% времени стрелять фугасными, чем бронебойными. Хорошо, понял вас. Так, попробуем. Торпеды достанут до этого 15 километров. Не достанут. Видите, как надо подобраться, чтобы еще попасть. Давайте прямо на него. Дойдем на Вальдемарверта. Наша команда получила преимущество. Отлично. Рядом противник. Так. Фигачим торпеды, торпеды. О, черт! Я их не на опережение. О, я запаниковал. Ой, блин. Да, ну... Я запаниковал. Но в целом это уже похоже на успех. Это уже похоже на успех, согласитесь. Сейчас еще чуть-чуть. И мы сможем, и мы справимся. Так, давайте возьмем вот пока на этом покатаемся. Нижний вид, надо ему какой-то такой, понимаете, агрессивный камуфляж. Агрессивный. Вот, Crimson Tear. Пожалуй, перейду по ссылке, покажу орку, как надо играть. Ну вы можете, конечно, да. Если хотите меня понагибать, то отличная возможность. Орк, перед тем, как выпустить торпеду, выйди для врага, в которого хочешь пальнуть, тогда упреждение будет правильно учитываться на нем. Да я запаниковал просто. Все было идеально. Все было практически идеально. Вы просто представьте, что кто-то... Кто-то заплатил кучу денег за то, чтобы этот корабль построить. Работяги работали месяцами напролет, чтобы этот корабль собрать. И вот такую он жизнь прожил. Зайди потом в магазин, может, есть что прикольное. Хорошо, годами, я бы сказал.
Жизнь жестока. Бой начинается. Так, все, фигачим на фуле. Еще про команду корабля вспомню. А, да, еще люди вышли с нами в плавание. Вот, оставили семьи позади. И в итоге что? Ради чего они погибли? Ради того, чтобы обстрелять остров торпедами. Капитан, вы что, сошли с ума? Зачем вы атакуете остров? Я сказал, блин! Капитан, вы гребаный психопат. Стреляй! Противника. Так, видим противника. Наверное, все-таки корабли же не плавают, они ходят. Ну, блин, что скажу, мы в поход отправились. Что, Р? Что, зачем Р? Нет уже надобности. Зато ты всю пехоту рубанул торпедами. Может, я рыбак? Может, я вышел порыбачить? Может, благодаря мне мы такой улов поймали. Торпеды наверняка заценили каких-нибудь, там, зацепили каких-нибудь рыб. Так. Обнаружен, запеленгован. О, не-не-не-не, меня фигачат. Двигатель так. Выведен из строя. Еще и двигатель вывел мне из строя, говнюк. Хорошо, что у меня много кораблей. Так, ремонтируем. Куда он делся? Неполадки устранены. Двигатель выведен из строя. По курсу. Так, надо фигачить торпеды. Заряжай торпеды! Огонь на указанной цели. Торпеды прямо... Да... Я запаниковал! Надо было пускать дым. Надо было пускать дым. Так, выйти из боя. Ноль урода. Да что вам все не мется? Вот сейчас у меня еще и восьмого есть. Я просто не туда заплыл. Вот, давайте. Это потому что непатриотично. Мы в британский флаг. Попробуй линкор. Вы думаете, это не мое? Эсминцы не мое? Думаете, мне подойдут линкоры? Ну, давайте вот. Сандерер. Сандерер. Звучит-то круто, согласитесь. Это не твое. Левел не твой, иди на 2 или 3. Ну хорошо, ладно. Все, пойду на вторые. У меня даже второго нет этих. Первого, третьего. Вот, третьего есть. Все. Сейчас найдем себе настоящих игроков по уровню. Линкоры, дальний бой, крейсер, средний, эсминцы сложно. Тебе подойдет батискаф. Да не смешно! Вы понимаете, что? Я стараюсь! Ладно, пойду смотреть, как Вика вручай комнату обустраивает. Какую Вика вручай комнату? Она даже не стримит. Она в Москве сидит. И на Atomic Heart деньги зарабатывает. А ты пойдешь еще смотреть, ты лучше смотри, как я деньги зарабатываю. Вот. Орка, тебе кораблей на 2 часа хватит? Конечно, хватит. Орк, лучше всего, что тебе подойдет, это шлюпка, чтобы ехать от команды. Так, давайте разберемся. Я недавно
Сколько игра весит? У меня качало 50 гигов. Может, там какая-то лайт-версия есть, я не знаю. Я просто очень больно смотреть, как ты деньги зарабатываешь. Ну, я нуб, правда. Мне просто такой аккаунт дали, что я тут сейчас это, сойду с ума. Мне глаза разбегаются. В этом недостаток пресс-аккаунта. Вроде дают кучу всего, а ты такой, камон, я не способен раскрыть потенциал этого всего. Лучше на 4.6 каких-нибудь, там не так сложно. Хорошо. 2 часа в очереди на игру присидеть, топ рекламности. Так, мы стараемся с вами. При стрельбе бронебойными целями с борт корабля под башней ГК и в энергетическую установку. Чем больше угол захода, тем вы круче. Линкоры. Линейные корабли оснащены самым мощным артиллерийским вооружением. Сейчас мы все подсказки прочитаем и... Движение корабля. Чел из леса сделали себе антирейтинг. Да ну хватит! Ну в смысле антирейтинг? Ну, понимают, что ну как бы... Понимаете? Вы же тоже новички. Вы новички, как и я. Да почему меня... Почему меня все время спамят, спаунят хрен знает где? Так, все, сейчас у нас все получится. Арн Миракийский, держи деньги. Спасибо большое. А где Атомик? Ну, мы на сегодня закончили. Я сегодня недолго в Атомик. Я понимаю, что я великий хайпер, но... Поиграем завтра. Мы не новички в кораблях. Отданы годы жизни. Игра топ. Вот. Устами зрителя глаголит истина. Аркаша онлайн близится к 1000 и уменьшается. Пора паниковать. За то, какой у нас был сегодня на пике, когда Денис зарейдил. Тут можно уж порадоваться. А будут ставки? Ты не умеешь ходить на кораблях. Так помогите, типа, советом каким. Я знаю, что я не умею. Ну я же нейросеть, я адаптируюсь. Понимаете? Все уже начинают друг друга херачить, еще не вышли из порта буквально. Уже все друг друга херачат. Не было желания найти того, кто шарит за корабли, помогал бы тебе в начинаниях. Так. Все, наша задача, я так понимаю, где-то дежурить на дальнем расстоянии и подкарауливать. Подкарауливать, собственно, кораблики вражеские. Но пока я даже ничего не вижу. Надо в коридор встать. У вас новый донат на Бусти. Что? Какой донат? Ух ты, мы вышли из бухты. Спасибо, доктор Барвас, за донат на Бусти. Внезапно. Так. Фигач! Ну, было громко, по крайней мере. Маулю вдруг попадем. О! Это я его так? Так. Ты не попал, чё? Сейчас мы его... О, нет, его все сейчас добили. Ну ладно, скажем так, я задал тренд.
Так, торпеды несутся. Ну что мне, ну мне же не стрелять через грёбаную гору. Мне кажется, оно не долетит даже. Ну давайте попробуем. Обстрелял островных жителей. Так вам и надо. Чёртова гора. Получай. Господи, какой позор. Блин, на самом деле Вика флексила, что она умеет играть в корабли. Но я не уверен, что ей стоит верить. Так, ждите. Сейчас попробуем вот до этого парня доработать. Попал! Попал! Так. Хорошо, хорошо. Вижу изменения с противника. Так, перезарядятся только. Блин, ну я же не могу бортами маневрировать, чтобы с того борта и с этого стрелять. Так, он прямо стоит. Буквально ему сейчас в лицо накидаем, смотрите. Да как? Чё, теперь не попал? Надо выше было брать. Я курить, он попал. У тебя один борт на этом корабле. Хитро придумано. Так, все, 7 секунд ждем. Да! Я добью! Да я добил бы! Мужик! Между нами твой донат, и я теперь богат. Привет, Борг. Привет. В центре экрана есть треугольник и рядом число. Это дальность твоего обнаружения. Важно на эсминце. Плюс, издалека лучше стрелять фокусами. Угол поверхности влияет на урон. Вон, Димон 21102. Дверни борт чуть-чуть, чтобы всех давать. О, да я стараюсь, тут остров дурацкий. Вы опять будете рофлить, что я по острову палю. Что? Авианосцы! Фигачим! Ай-яй-яй! Ай, куда я? Поворачивай. О, нет, 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 нет. Стой, стой. Стой. Неполадки устранены. Я немножечко увлекся. Ой-ой-ой-ой. Будь ты проклят, островной народ. Все, сейчас отплывем. Твои стреляющие пушки подсвечиваются голубым слева снизу. Те же другого цвета не активны или еще не повернулись. Да-да, это я заметил. Так, все. Сейчас оплывем. Все. Это тот самый остров из сериала Лос. Торпеды по правому борту. Вот там бы охренели люди. Торпеды нет, откуда? О, черт, меня торпеды подбили. Да я авианосец могу на дно пустить, но если повезет. Сейчас мы всех их на дно и пустим. У них нет шансов. Сейчас мы все сделаем. Хилимся. Про главное кайфуй. Опять торпеды! Да что ж вы творите-то? Откуда этот говнюк торпеды свои? Фигач, мир кораблей. Остров наносит ответный удар. Так, все. Ай-яй-яй-яй-яй! Тушить! Тушить!
Да хорош, откуда? Так, все, тебе конец. Вы не богаты. Как же, если идти в кинжальную атаку? Вблизи, помни, что снаряды могут рикошетить. Разворачивайся к противнику носом. Очень люди наводятся. Не стесняйся пользоваться укрытием островов. Спасибо большое. Мне еще пока рано до кинжальной атаки. Так. Ну хотя бы так. Может, попадем. Да! Скотина, на! Жри и нюхай! Обтекай! Рудина войс. Куда вы? Куда вы орудие? Так. Ой, нет, 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 нет. Нет. Так, сейчас я потужу. Я потужу. Так. Все нормально, 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 нормально. Это элемент стратегии. Понимаете, сколько лет я наводил эти гребаные орудия? Блин, зачем такой мне неповоротливый корабль посоветовали для начала? Может, мне все-таки на эсминцах каких-нибудь там поработать? Да. Надо больше упреждения брать. Большая пробоина. Быстро набираем воду. Да эти задроты на авианосцах. Это имба, как арта. Понимаете? Арчи, тебе надо быстрые маневры, а не такой тяжелый. Да, он очень для меня тяжелый. Он столько наводится. Ну все, мне конец. Смысла играть на лоу-левелах нету. Можешь играть на линкорах 7-8 уровня. Меня убил Эрбулк Космос Изислав. Что это вообще за дела? Ладно, сейчас все получится. Я просто понял, что линкоры это... Давайте попробуем авианосцы. Так. Давайте вот. Уж на авианосце-то... Не, мне просто интересно посмотреть, как они работают. Сейчас будет контент. Тем более, мы обещали показать... Ты сегодня прям звезда. Зрителю, который обещал скачать игру после этого. Потому что он всю жизнь мечтал играть на авианосцах. Должно быть проще бомбить острова. Я не бомбил острова. Это отвлекающий маневр был. Посмотрите, это донат. Игра года. Если стреляешь бронебойными, стреляй с минимальным навесом по ватерлинии корабля. Если фугасами, целься в надстройки и командную рубку. Темные зоны на корабле повреждены, туда уровня заходит меньше. Спасибо, мисс Кариса вместо шляпы. А потом до подлодки. Марк, выключай чат игры на авике, сейчас тебя будут уничтожать за такой авик. Что? Вы думаете, меня в чате оскорбят? Да быть такого не может. Торпеды подводных лодок. Так, хорошо. Противолодочная авиация. Это я. Сейчас увидите. Отмеченный сектор. Импульс отмечает на корабле сектор для наведения торпед.
Угу. Угу. Шо, шо, всего 3 совета, можно было и больше дать. Так, погнали. Выбор эскадрильи. 1, 2, 3, взлет. Повторное нажатие клавиши эскадриль, посадка, F, режим атаки. Атлантида потонула Кэпа. Все, смотрите, играем на изи. Сейчас все будет, смотрите, смотрите. Ха! И начинается! Ну, здорово, мужики! Круто, много островов. Больше целей. Видали, что умею? Вот это мой стиль, вот это мой корабль. Так, возьмите упреждение. На, тварь, вот так. Все, хорошо. Все, ищем врагов. Получай вода. Да я затестить чисто дэмэдж. Теперь я понял, кто убил Мертвое море. Так. Где? Где хоть один враг? Я никого не вижу. Все, идемте. Плывемте, едемте, летимте. Так, точка Д. О, появился, вот ты где. Сейчас, сейчас, тихо. Прорывайся! Прорывайся! Так тебе, понял меня. 500 хп снял. Так, эскадрилья номер 2, поехала. Все. Хорошо. Это будет поинтереснее, здесь что-то уникальное. Получить на 500 самолет, свой этот корабль сраный. Сейчас мы его, он грейт ХП, у него 39 тысяч. Это для нас, конечно, много. Сейчас мы облетим. Вон там какие-то лохи. На 16 тысяч ХП. Зато мы, видите, как мы в самом бою, в самом эпицентре. Так, сейчас мы, союзники, все передадим. Координаты. Блин, там 59 тысяч у корабля. Так, чел в туманах, чел в туманах. Стреляю вслепую, стреляю вслепую. Тут ничего нет. Черт, ладно, хорошо. Что ж. О-о-о-о. Сейчас их торпеды-то покусают. Понял. Получи туман. Сейчас проверим, что делает третья эскадрилья. Мир кораблей World of Warship сейчас отдельные игры. Ну, как бы регионально разделенные, скажем так. Вода поражена. Так, значит, вторая эскадрилья фигачит торпеды. Да хорош кринжевать. Я адаптируюсь, я нейросеть. Я просто пытаюсь это... Сейчас вон 28 тысяч, это наша цель. Так. Решил пройти против природы.
указанной цели. Так, вот он. Вот он, лох. Так. Берем упреждение, упреждение, упреждение. Фигач! На, обтекай! Обсыхай! Фигач! Тварь, ну как тебе? Ну что ж, это было почти близко. Сейчас я научусь, я научусь. Смотрите, хоть так попаду, хоть раз. Да как так-то? Ну ты что? Почему такой быстрый? Так, я хочу еще раз. Давайте третью эскадрилью. Это мое. Я понял, это мое. Это мое. Может, лучше по островам. Да хватит рофлить. Я не понимаю, вы что, с моим клоун, что ли? Может, вы что, смайлик с клоуном будете кидать теперь? У меня тут ПВП. Фокусировать огонь на грейт ХП. Вот, мне передают тиммейты, что надо концентрировать огонь. Сейчас мы сконцентрируем. Так, вот, хорошо, хорошо. Маневрируем, маневрируем. Опа! Давай! Пошел! Обтекай! Вот так-то. Видали, как мы его нехило так продамажили? А-а-а, черт, подбили. Так, ничего, у нас есть еще. Кто-то ведь строил эти самолеты, кто-то ведь... Кто-то их пилотирует. Норм, норм, еще. У меня только, видите, проблема... с тем, что у меня одноразовые... Получается, эскадрильи. Они делают свой феерично четкий выстрел. Но после этого их сбивают, и им конец. Вот, это единственный недостаток. Вторую попробуй, а что с торпедами? Сейчас, пока у меня еще есть эскадрильи. Так, что там у нас? Так, короче, я так понимаю, лучше не в бок бить, а в лицо. Если у тебя пресс-аккаунт, и ты хочешь кайфануть, то найди в порту крейсер «Смоленск». Там FUL чил. Тормозишь, ставишь дымы и настреливаешь. Даже полные раки легко делают на смоле по 200 тысяч. Блин, звучит как 200 тысяч, это рублей, надеюсь. Хотя в смысле надеюсь. Лучше бы, конечно, долларов, но... Так, сейчас попробую залететь им в спину. Сейчас попробуем вон Руслана продамажить. 6000! Так, давайте попробуем торпедных погонять. Еще низко летишь вроде. А чё, а как я должен выше лететь? Тут вроде одна высота, тут типа... Разведка. Ой! А-а-а, как вернуть? Они типа на автопилоте. Он не выбирает высоту. А как выбирать высоту? Никак. Так что вы говорите, что я не выбираю высоту? Короче, улетели мои товарищи. Так, понятно. О, идемте Руслана херачить.
Так. Сейчас все будет. Сейчас Русю мы прогоним, Русю. Так. Давайте. Давайте и... Опа! Пошел, поплыл. Поехал, Руся! Да какого черта? Я бы его сам уложил. Не надо вот эти помогать мне. Так, сейчас затестим первый. Аркадий, он от испуга умер. Нормально. Я однажды в школе так сказал, идемте, Руслан, херачить, Руся убежал. Руся, мы, кажется, близки к победе. Сейчас все будет. Так, маневрируем. Так. Начинаем атаку. О, это же авианосец вражеский. О, да. Как тебе это? Мне кажется, ему... Возвращаюсь на корабль. Блин, мне больше всего нравится третий эскадриль. Они какие-то самые классные. Вот что называется, новичкам везет. Еще и бой затащит. Я как не играл, 200к урона, весь экран на наградах. Команда вся слилась, нанеся урона и слив. И так раз за разом. У меня уже 19 тысяч. Скажите, что это много. Ой-ой-ой. Давай, фигач. Хорошо, уже 22 тысячи. Наша команда близка к победе. Ой-ой-ой. О, нет, подбили. О, нет, третья. О, торпеды! Так, нормально. Таких цифр игра еще не видела. Что там? А почему один самолетик летит? А где эскадрилья-то ядрить? Что, один остался, что ли? Остальные не откатились. Ладно, это будет самолетик, который смог. Жесть, подавай в книгу рекорда Гиннесса. Да! Так, хорошо. Торпеды, вперед. Третья эскадрилья еще не откатилась, поэтому давайте попробуем второй поработать. Попробую на подлодке, может, на них у тебя лучше получится. Так, вон вижу папашка. Папашка 66. Не удивлюсь, если это год рождения. И это реально папашка. Блин, да я сейчас врежусь во что-то. О, боже. Я не могу отвлечься. Все хорошо, они справятся. Они справятся. Мне нужно папашку добить. Так. Фигач папашку! Армаз! Вон, 1 000 000 урона ему прилетело, видали? Мигом сдох. Прощай, папаш. Начинаю атаку. Фигач! А, о, давай! Да ну как? Она так хорошо шла. Видите, не врезались никуда. Стой! Ладно, запускаем пока первую эскадрилью. Как вы это смотрите? Глаза вытекают от его скилла. А мы что, за скиллом пришли? Мы пришли... получать удовольствие от жизни.
Уже лучше. Уже лучше. Уже что-то получается. Так, давайте возьмем подводные лодки. А у меня их вообще нет. Привет, лучшие подписчики Орка. Обращаюсь именно к вам. Приглашаю вас поиграть в гусей. Играю код прямо сюда. R7A3MGP, а также в лучший дискорд-канал Орка подкастера, доступный по подписке Бусти. Так, вот, возьмем, у меня есть немецкая, видимо, подлодка. Первая победа, чат! Спасибо, Шакал. R7A3MGP. Шакал, еще хочешь, чтобы рандомные люди залетели? Даже непроверенные суперсабы? Да, ведь залетит ведь кто-нибудь, ведь. Да кто смотрит платный стрим, уже проверенные. Это факт, это факт! Все, кто пришел на сегодняшний стрим по миру кораблей, спасибо большое. Я понимаю, что я очень плох в этой игре. И, возможно, не самый лучший выбор. Но, понимаете, я же типа, наверное, по задумке, как бы, будучи новичком, показываю игру новичкам, чтобы новичкам было... Тоже вот, чтобы они взглянули на игру под каким-то углом. Так, шупелингатор. Возможно, в этом задумка. Возможно. Но напоминаю, что ваш переход по ссылке по команде восклицательный знак корабли поддерживает канал. Тем более там подарки, посмотрите, какие, ядрить. Вон их сколько. Забирай все по нашей ссылочке. Так, а теперь у нас подводная лодка. Запас автономности, необходимый для нахождения под водой, восстанавливается в надводном положении. Глубины F всплыть, C погрузиться. Отвечает, как ты не торпеды. Честной маневренностью самолетов и шел напролом в поворотливые корабли. Респект. Спасибо большое. Наводится на сектор корабля, отмеченный импульсом сонара. Имеет повышенную маневренность при наведении на цель. Так, значит... Я забыл на С погрузиться или на F. О, какая карта вообще, топовая карта такая. Зимняя. Никаких этих ваших островов сегодня не врежусь на С. Так, будем погружаться, когда найдем противников. Короче, возможно, подлодка это мое. Посмотрите, как красиво. Мы рассекаем волны. Игра геймпад поддерживает? Вроде как да. Так. Погружайся сразу на дно. Не-не-не, я шо по-вашему? Совсем что ли? Я, может быть, и не суперэксперт. Но вы увидите, на что я способен. Жесть, на 44 километра могу бахнуть. А шо вот это на один? Это я типа просвечиваю. А моя задача типа подсвечивать врагов. А это что? На! Херак! Все, это я проверяю просто, что у меня имеется. Силы противника на горизонте. Так, это торпеды получаются. Это автонаведение для торпед. Опять острова убивают. Подсвеченные враги притягивают торпеды, стакается. А для возвращенцев, тех, кто уже зарегистрирован, но давно не играл, есть какие-то ништяки? Я не уверен, поэтому лучше перейдите по ссылке, посмотрите. Командир, нас обнаружили! Так, обнаружили! Нахер под воду! Под воду нахер! Все. Это же получается, это стелсер по сути своей. Так, у меня всего 3 минуты, да, под водой есть. Возможно, надо всплывать. Давайте всплывем. Все.
Запас автономности восстанавливается. А вот 3.51. На Ю нажимаешь под водой, будет чуть больше. 3.57. Хорошо. Это стелс. Да, это стелс. Это рога, по сути, своей. Если переводить на понятные мне термины. Так, о, смотрите, синоп какой-то. Давайте на него пойдем. Погружаемся. Так. 4 минуты у нас есть под водой. Давайте возьмем чуть ниже. Вот, теперь меня... Ой, ядрить! Господи, вы что? Теперь я ни хрена не вижу. Так. Что, что? Как понять, что я навелся? Вон Ромерн. Померн. Аркерус 82. Как понять, что я навелся? Карту глянь. Между оппонентом и тобой остров на радаре. Это разумно, согласен. Придется, давайте поднимемся, всплывем. Сабнафтика. Блин, а классно. Так, все. Пока немножко восстановимся. О! Вот, Александр 356-23221. Что же он вкладывал в эти числа? Когда вот он придумал свой никнейм, он же явно что-то вкладывал. Он же такой, я буду не просто Александр, я буду Александр 3563. Куда он делся? Саня! Командир, нас обнаружили! Валим! Все, все. Никто нас не обнаружил. Это пробоина. Набираем воду. Какой пробоина? Ирач. О, боже. Они обстреливают. У нас пробоина. Да какой пробоина? Пожарная тревога. Нет, нет, ты что, какая пожарная? Я только-только цель нашел. Торпеды прямо по курсу. Дай торпеду-то запущу! Нет! Команда получила преимущество. Ну, конечно, преимущество, я умер! Так, сейчас я биоавка, мы еще раз попробуем на... Мне понравились подлодки, мне понравились. Это было классно, это было круто. Сейчас, сейчас у нас все получится. Пускай пока матч ищется, я быстро биоавк сбегу. Не, разное видел, но вот это... Спасите, Орка, что? Я сам себя спасу, я... Я великий подлодчик. Кто... Кто проживает на дне океана? Сейчас увидите, я уже разобрался.
О, да. Трога засветил Сумер. Ну, блин, ну там меня хорошо так вычислили. Мне даже неловко стало. Они заслужили после такого грандиозного успеха. Смотрите, какая классная подводная лодка. Интересно, сколько сюда человек поместится? Человек 100. Жесть. Че он такая огромная-то? Тебе бы кто подсвечивал цели, может быть, с командой плыть рядом? Может быть... Бой начинается! Бой начинается! Ну что, погнали! Сейчас мы выберем направление. Как вообще не знаком с этой игрой, отметить, что подлодка реально смотрится очень интересно геймплейно. Ну тут видите, типа... Можно сказать, золотая... это, троица... всех мультиплеерных игр. Есть, по сути, огромные танкующие... какие-нибудь крейсеры, не знаю. Вообще считаются ли они танкующими или нет. Есть вот эти стелсеры. Есть хитрозадничные, обстреливающие сверху. Хорошо, что игровой чат матча не отображается. Линкоры. Так, сейчас мы как-нибудь с нашей командой скооперируемся. Да ладно вам игровой чат, зачем он нужен? Все там, наверное, только хорошее что-то пишут. Они все прекрасно понимают, такие: о, здравствуйте, новичок, добро пожаловать. Силы противника на горизонте. Так, отлично, уже одного обнаружили. Так, все они через остров от меня, ну это логично. Поэтому сейчас мы подплывем к острову и... Господи! О, боже! Как же он фигачит. У тебя пресс-аккаунт? Да, да. Ну, именно поэтому я не на своих рангах, не на своем месте. Потому что у меня какие-то прокачанные хорошие корабли. Вот. А, ну, мы просто их берем, чтобы посмотреть, как выглядит. А так, да, это пресс-аккаунт. Они смотрят на ник. О, да, пресс-аккаунт. Мама, я в телевизоре. Прикиньте, кто-нибудь реально по приколу сделать себе никнейм, типа пресс-аккаунт. И будет с ним бегать. Так, сейчас я проверяю. Так, вон у нас на пути Чебурашка. Все, давайте, под воду. Что это? Что это за трезубец? Что за трезубец? Блин, трезубец крутой. Пресаков вроде как не отображается статистика, но это не точно. Так, попробуем Чебурашку пробибикать. Ага. Эхолокатор тоже на одно упреждение. Ну, логично, в принципе. Так, о, что-то показывает, что-то показывает. Куда я несусь? Так, что это, навелся? Значит, что он навелся? Нас обнаружили! Херач! Прочь, на дно, на дно, на дно! В пресс-аккаунтов поди печальная статистика. Торпеды потеряли цель. Черт! Так, попробуем пробибикать этот. Сейчас хочу понять, когда он наводится. Повторное попадание по отмеченному сектору увеличивает маневренность. Так.
Сонар перезаряжает. Что? Что? Я не понимаю, куда делись все? Упреждение. Да я знаю про упреждение. У меня просто опять меня атаковали. Набираем воду. Так, так, так. Тревога. Да откуда вы спалили, что я здесь? Как? Я же на самой низкой глубине. Неполадки устранены. Откуда они узнали, что я здесь? Можно еще ниже? Не, уже нельзя. Все, я же максимум. Так, ладно. Короче, я так понимаю, моя задача... А, блин, вот! Торпеды не успеют навести. Это что, подлодка? Нет, это не подлодка. О боже, я нашел его! Нет, какая пробоина? Да я тот корабль нашел! Ну что вы за изверги такие? Близко подплываешь у крейсеров Сонара, есть они пилингуют. Не хочу читать чат. Возьми для начала крейсер или линкор. Проще будет, эсминцы, авианосцы, подлодки сложные. А где мои подлодки все? О, откатился этот. Так, нет, я хочу хотя бы раз попасть грёбаными торпедами. Ну, хоть немного. Ты очень крут, давай, авианосец. Я хочу попасть чертовыми торпедами. Сейчас, секунду. Ты уже раз точно попал. Ты попал тремя. Я попал? Блин, я крут. В остров. Они утонули, Орчи. Кто они? Торпеды? А я вот эсминцев не видел. Сейчас сходим и на эсминцев. Обязательно сходим. Перед тем, как тебя затопили, ты попал тремя. Блин, ну я не успел нарадоваться, понимаете, тому, что я попал. Я даже не успел понять, что я попал, меня затопили. Я пытался выжить. Вернее, я пытался пожертвовать собой. Мне кажется, КПД какое-то низкое, понимаете? Если я затопил подлодку и при этом всего тремя торпедами попал, то, наверное, я херово выстрелил. Фига, что она такая длинная. Жесть, здесь можно в футбол играть. Чисто ворота поставить там и там. Наберите 1000 очков раньше команды противника, захватывая контрольные точки, уничтожая корабли. Противник. Да нет, тебе кажется, у тебя очень высокий КПД. Думаете так? Орчи, дорогой, рекламные стримы, оказывается, бывают очень веселые. Можно почаще. Ну, так я вообще не был против даже, чтобы мы поиграли в мир кораблей. Я давно хотел поиграть, тут еще и предложили спонсорский стрип. Такой, пожалуйста, моя мечта сбылась, может быть. Уже я теперь подсяду на это. Буду играть. Нужна помощь с ПВО. Ой, у меня что-то... Что-то стрим поперхнулся. Но вроде уже обратно отперхнулся. Так, напишите что-нибудь в чат, чтобы проверить, что все. Все окей. Так. Союзник, требуется твоя поддержка. Опять поперхнулся. Алло! Союзник, требуется твоя поддержка. Сейчас, чат. Что-то с подключением. Перхнулся. А-а-а.
Алло! Алло! Да в смысле? Так, сейчас. Попытка переподключить. Ой, вредный. Вредный. Давай переподключайся. Зато у вас, человеки, повторы, ничего не прервалось на этом моменте. Вот хорошо, что Аркаш стримы записывает в последнее время. Так, ладно, надо пока всплыть на поверхность, а то я боюсь. Я так израсходую все. Сейчас, блин, переподключение через 15 секунд повторное. О, что-то нашлось. О, ура, ура, ура! Все, мы переподключились. И интернет немножко икнул. Ничего страшного. Ура, с возвращением. Орг. Чат, командир, скажите, во что бы вы дали поиграть в первую очередь человеку, который ни во что никогда не играл? В мир кораблей! Да хорош! Опять упал! Что за дела? Что с интернетом? Да. Нет, вроде опять. Ура! С возвращением! Привет! Да хорош! С возвращением. Ну и на самом деле хорошо, что сейчас хорошо, что сейчас у нас на Twitch. Привет! Е-ей! С возвращением! Короче, хорошо, что сейчас стрим временно отвалился, потому что в чате писали не очень приятные для Твича слова. Вот. Понимаете? Так что, да. Все, ну вроде отлагал, надеюсь, что да. Ну что-то интернет икнул. Бывает такое иногда. Неподходящее время. Твои кураторы из Лесты просили передать, что денег за стрим с такой игры ты не получишь, а еще и должен останешься. Который ни во что никогда не играл. Вопрос утоп вместе с стримом задаю еще раз. Как во что? В мир кораблей? Ну вообще в какое-нибудь интерактивное кинцо. Серафим. Чтобы просто кутаешки понажимал. И все. Та-та-та. Не обращать внимания на чат. Осуждаем. Ужасные люди, ужасные, невоспитанные. Что такое пишут? Сейчас я восстанавливаюсь. Сейчас все враги вон туда, поэтому нужно перегруппироваться. Так. Наша команда получила преимущество. Господи боже, зачем же так об этом жестко информировать? Что, как думаете, он попал? Эхолокатор. Так, там корабль, походу, встал. Он
походу, назад поехал. Сейчас мы его выцепим. О, боже! У нас пробоина. Набирай воду. Так. Все. Неполадки устранены. Да в смысле? Большая пробоина. Да какая-то что? Да я почти... Пресс.ру 2023.3 погиб. Блин, ладно, короче, подлодки реально. Ну, требуют хорошего понимания, что, собственно, нужно на карте делать. Так, что мне советовали? Линкор попробовать. Какой-нибудь клевый, классный линкор. Давайте вот. Амаги. Нет, вот. Игнис Пургати. Звучит как классно. Случайно не ваховский какой-нибудь? Похоже на то. Оргпод, там в чате игры запретки пишут. Аккуратно. А, ваховский корабль есть. А это что? Рагнарёк. О, это еще то, это тоже ваховский. Но это уже орковский. Так, ну давайте на ваховском, орковском. И погнали. Навыки командира это. Потом. Орка, мы пойдем смотреть новые женские половые органы в обновленном Ведьмаке. Не орковский, а хаоситский. Ну, вы поняли, о чем. Я не шарю в Вархаммере 40 тысяч вообще. Я уже рассказывал эту историю. Что у меня был диск Warhammer 40 тысяч Dawn of War. И что с ним стало? Да что опять? Опять я на это упал. Нет, вроде не упал. Жив еще. Сейчас посмотрим, выживет ли. Да хранит стрим император. Нет, давай. Живи! Чёртовы хаоситы! Только Орч про Ваху заговорил. Сейчас, давайте. Ну. Давай, родной, давай. 3 секунды до моего великолепного дебюта на линкоре. Вот это, я понимаю, озвучка. Вот это модно. Да, сейчас, к сожалению, лагает у всех. Простите, я... Я не знаю, что сейчас с этим сделать. Мы никогда не узнаем эту историю. Ладно, я попробую перезапуститься. Сейчас, извините. Сейчас перезапустимся. О! У меня F. Да у всех сейчас F. Не переживайте. Это подстава. Это подстава века. Так, значит, нам надо... Блин, ну, конечно, так поворачивается. Что же стало-то с ним? Что с ним стало? Сейчас расскажу. Привет! 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 Ребята! Привет! Все хорошо! Все хорошо! Все! Привет! Привет! Это я!
Я сейчас вам все расскажу, расскажу историю. Вы посмотрите, какой корабль. Тут еще, ну, псевдоорк орет. Короче, херачим пока на полную. Тут какой-то псих USSR против нас. Так что работаем. Ну так вот, значит, был у меня... Я мог стать фанатом Warhammer 40 тысяч, потому что у меня был диск Warhammer 40 тысяч Dawn of War. Я уже устанавливал эту игру, но она у меня не запустилась вообще как бы просто. И мне пришлось прийти в магазин и вернуть диск. И вместо этого диска по Вархаммеру мне дали диск по игре 13. 13, такая игра, типа в стиле такого комикса нарисован. У нее недавно выходил ремейк, который все обосрали. Вот. И я в нее играл вместо Вархаммера 40 тысяч, понимаете? Так, мне кажется, надо как-то вот прямо вот сюда фигачить. Как же они заряжают вот этой энергией хаоса. Вся твоя жизнь с того момента свернула не туда. Вот, да, понимаете? То есть я, может быть, я-то и не против. Просто сейчас вообще даже хз, с чего начинать приобщаться к Вархаммеру. Он же разросся, капец. Так. Сейчас проверим. Долетит. Давай, родной, давай. Да! 6 тысяч! Так, это уже хорошо. Скоро выйдет игра по Вахе Space Marine 2, вот с нее. Вот надо с чего-то, надо, вы понимаете, как... Так, хорошо. Чинимся, чинимся. Все, офигачим. Лунный кот. Так, еще 5000. Ну все, осталось так повторить раз 50. И я буду тоже нагибатор, у которого 250 тысяч. Так, ждем 11 секунд. Йоханнес, когда Вальхейм? Ребят, ну какой нахрен Вальхейм? Какой Вальхейм? Дмитрий Бэйл хайпует в Art Atomic Heart. Вика Картер вообще не в Москве, не у себя дома. Оля Вуду на реабилитации после операции по коррекции зрения. Мне еще самому с собой играть в Вальхейм. Так, ауч. Кто по мне? Бест! О, нет, да что ж так много дэмэджа-то? Что это за дерзкая такая сопля на 10 тысяч урона? Это подлодка! Это подлодка такая охеревшая. Целься, падлодка. Падлодка это, а не подлодка. Это падлодка настоящая. Подлодная падла. Так. О, нет. Так, надо восстановиться по чуть-чуть. Огонь это спецэффект для корабля хаоса. Огонь. О, нет, меня сонар еще попал. Эта подлодка меня нагибает. Херач ее. Тоже на рандом. На дно. Нет.
Не дно, надо затопить Бисмарка. Нет! Я затоплю Бисмарка! Нет! Да. В Ахе целых 40 тысяч частей, начиная с первой. Сюжет начнется на 17531 части. Сейчас на втором Вархаммер корабле поплаваем. Как там Спанч Боб поживает? Не смешно. Вы думаете, что типа ха-ха, орк, ты на дне, поэтому ты знаком со Спанч Бобом? Нет. Сейчас вам настоящий имперский корабль покажет, что такое мощь. Ну, смотрите, я хотя бы попал. Хотя бы, если б не эта подлодка мерзкая. Ты думаешь, команда ничего не делает? Кто подлодки должен нейтрализовывать? Я, что ли? Не дают играть. Не дают играть. Качаем мир кораблей, игра бесплатно на ПК. Важно, если ссылка не открывается, отключите адблок. Я затоплю Бисмарка. Одна из последних фраз многих капитанов середины 20 века. У тебя от подлодок что-то есть. Противолодочная авиация. А, точно, у меня есть против подлодок. Я еще не успел во все вникнуть. Так, в следующий раз я не запаникую, убью подлодку. Смотрите, какой корабль. Do not question the will of the emperor. Не задавай вопросов воле императора. Понимаете? Что написано сзади? For the Imperium! За империю, кричит он. Ну, ты к Вахе хотел приобщиться, искал точку входа. Так это Вальхеймер. Прям там самый старт событий. Скаел, ты меня вообще слышишь? Я говорю, я что, один Вальхейм буду играть? Никто не может сейчас играть Вальхейм. Не собирается пати. Не собирается. Не собирается, не собирается, не собирается. Нельзя, не получается. Не можем поиграть в Вальхейм, не можем. Как минимум, надо дождаться возвращения Толечки Вуду. Поиграй в Вальхейм с чатиком сервера на 30 человек. Императора. За империю человечества. Буду такой, знаете, командовать. Так, чат, древесину мне немедленно. Оркоптерарию разок почилить. Так, значит, смотрите, пока у нас план такой. Завтра идем в Atomic Heart. Смотрим, через сколько я задушусь. Вот. Может, я скину сложность, чтобы не особо пальцы гнуть на геймпаде. Может быть. Может, вообще, ну, блин, на ПК идти. Я не знаю, а облачные сейвы меж этих работают как-нибудь, чтобы заново не начинать. Лунный кот. Лунный кот. Блин, я уже забыл, как песня про лунного кота звучит. О, черт. Вряд ли, но хз. Там же должна быть кросс-прогрессия. Да, но к чему она привязана? Если она должна быть, то к чему она привязана? Так, 13 секунд будут лететь. Херачит сюда! Все, попадем. Лунный кот. Блин, нет, у меня это как новый год. Теперь в голове. Лунный кот. Так, все, нужно, чтобы кто-то прислал голосовой донат на 300 рублей и напел лунного кота.
Я не помню, мелодия вышла из моей головы. Аж самой поплавать захотелось. Так, ссылочка в описании, господа, качайте, конечно. Для этого же спонсорские стримы есть, показать вам игру. Ой, нет! О, нет! Интересный факт. Песня «Лунный кот» исполнительницы Натальи Ветлицкой относится к альбому с названием «Playboy». Блин, «Playboy» я бы с Элеонорой посмотрел, конечно. Ах ты, тварь, кто? А, да там по херне вообще на 3000. Bring us closer, Helmsman! Так, надо... Torpedoes dead ahead. Ой-ой, торпеды идут. Bring us closer, Helmsman. Torpedoes... Да блин, там уже... Так, нет, вон там кто-то настреливает. Ау, 11 000, херасе. Да кто там? Кто там стреляет? Кто? Что ты орешь-то все? Не ори! Inconsequential. Press on. Torpedoes dead ahead. A tribular tent. Bring us closer, Helmsman. Кто там? Вот он попался. Тимур. Тимур Шумелька Маус. Шумелька, значит. Ну на тебе. Сейчас будет мой первый дэмэдж за игру. Отлично. 2795. Понял, Тимур, как связываться со мной? Таким ББХой заряжай. Да блин, у меня ББХи 30 секунд откатываются. Сейчас все будет. Мораль экипажа падает. Думаете, мораль экипажа еще что-то спасет? Oh. У газа тоже 30 секунд. Сейчас, сейчас. Сейчас нам надо отхилиться. Ну, держись, Тимур, на! Его заходит потрясающий рубль, и это... Так, еще 1200. Хера, еще на 4 накидал. Ах ты, говнюк, Тимур. Нет, нет, да что же у тебя там за это? За орудия такие же, перезарядки ноль вообще. Так, ну хотя бы так. Орк уже дольше живет, нейросеть обучается. Я уже и урон наношу. Эмперор, призер вас. О, нет, они вдвоем теперь. Так. Зая Ангелема. Так, я прячусь за остров. О, нет, я горю. Брат, ты горишь. Все. Ну, пока что больше всего урона я наносил с этого. С авианосца. Мне кажется, что лучше пушки заранее на одну сторону повернуть. Да блин, ну тут понятное дело, но просто так вот плывешь, потом херак. Вон, возьму Титаник. Вообще, помните, какой-то Смоленск кто-то говорил, надо взять. Где мне найти этот Смоленск? Супер корабли. Какие у меня есть супер корабли? Thank you.
Примем корабль какой-то советский. Так. Николай, князь Орф. А он хотя бы какой этот? Советский крейсер. Красный Крым, Микоян, Мурманск, Макаров, Молотов, Лаза, Кутузов, Чапаев, Донской, Кронштадт, Рига, Смоленск. Вот. Вот он! Ноу-брейн корабль. По версии чата. Все, пойдемте. Ща на Смоле всем покажем. Видите, типа сленг уже. Уже не абы что, а такой на Смоле как бы. На Смоле все увидят. Орк, пошли лучше в танке в кустах стоять. Ну вот будете переходить по ссылке. Может, у нас и мир танков закажет. Не знал, что в честь моего города есть корабль. Действительно, так мало поводов называть корабли в честь города. Блин, бесит из-за того, что стрим упал. Теперь онлайн упал. Все упало, капец. Потом опять такой присылаешь статистику, а там типа как лох. А ты такой не лох. На самом деле все хорошо было. Орку понравились самолетики. Блин, я играл немножко. Warships, господи. Ну не Warplanes, а War Thunder играл. Там в самолетах. Хотя там сейчас полный цикл, по-моему. Так. Бинокль. Спасибо. Пожары и затопления. Это понятно. Пуск торпед. С упреждением. Белым цветом упреждения. Для захваченного в прицел. А вот как понять, захватил ли я в прицел? Дальность хода торпед. Так, все. На этом корабле сказали, даже конченый нуб сделает 200 тысяч дамага. Это чемодан или орк решил что-то новое? Ну, вообще чемодан. Снижай скорость до 1/4. Потом ставь дымы, потом стреляй. Поставь шестой слот, модуль на дальность, чтобы китать на 16 километров. Так, давайте проверим. Есть friendly fire? Я просто прицеливаюсь. Ну, как бы пытаюсь понять свои возможности. Вот. Не то чтобы я диверсию устраиваю. Сейчас уже нет. Видимо, много погорело задниц. Раз теперь Friendly Fire отключили. Так, значит, снижай скорость, потом ставь дымы и стреляй. О! Так, вот, что-то есть. Значит, снижаем скорость до 1/4. Ставим дымы. Дымогенератор запущен. Говно, мы ни до чего не достаем. Что ж, ну, по крайней мере, мы поняли, как это делается все. Теперь едем дальше. Замечательно показали себя. Так, мы умеем ставить дым, ребят, мы не просто... О, 2 минуты откат. Понимаю, ладно, хорошо. Даже конченый нуб на этом Смоленске сделает кучу урона. Мы едем, идем или плывем, я уже запутался. Вижу изменения с противника. Смола имба.
Так. Нахрен, Чё началось? Да в смысле, чё началось-то? Фокусят, уроды! Фокусят! Да какого? Они все меня зафокусили. Что за твари? Это был мой шанс. Трое на одного. Да, конечно, стрим-снайперы. Не мне теперь ждать, пока этот бой закончится. Можно его как-то вывести? Корабль находится в бою. Можно его вывести из боя, эвакуировать как-нибудь? Ладно. На Петропавловске... На Петропавловске даже конченый нуб сделает кучу урона. На смоле рашить поехал. Конченый нуб, сказали, сделает на нем 200к. Я и пытался. У нас еще много городов. Да, все города потопим, короче. Скоро будет, короче, подводная Россия у нас целая. Все могут такой, вот, опуститесь на дно, заметьте, здесь лежат остатки Смоленска, здесь остатки Петропавловска, здесь, вот, если проплыть чуть-чуть, тут еще какой-нибудь Волгоград. Так, мини-карта. Да-да, да! Уже по вашему мини-карте не умею пользоваться. Легкобронированные цели поджигают. Бронебойные снаряды. ББ. ББ, у нас такой зритель есть. Броня вызывает рикошет при попадании. Аварийная команда. Так, ну все. Бой начин... О, у Петропавловска-то ХП побольше, чем у Смоленска. Так, давайте проверим. Вон этот чел, чё он АФКашит? Отставить огонь по союзникам! Всё! Вот, поехал зато сразу. Я просто при... Да ты охерел! Ты охерел! Ты что творишь? Ты что творишь? Отставить огонь по союзникам! На! Понял меня! Совсем охренел. Он еще назад атакует, обратно. Чего вы меня подрезаете, а? Ты куда отплывешь-то? Ставить огонь по союзникам. Так, все. Давай, лови торпеды, он мне написал. Я не могус. Так. Обнаружены силы противника. Отлично, обнаружены силы противника. Сейчас я немножко... Тут... О боже. О боже. О нет. О нет. Я тоже обнаружен. Чертов остров. Опять поганый остров. Так, уходим. Команда противника начала захват точки. Нет. Ноль. Так, хорошо. Сюда, сюда. Хорошо. Ага, он поставил смоки, он в смоках. Сейчас мы его распигачим.
Он думает, что я не знаю, где он. Я прекрасно вижу, откуда он стреляет. Все, он вон там. Сейчас торпеды прилетят. Сейчас мой урон прилетит ему в рыло. Пожарная тревога. Так. О, черт, как они мне пол хп уже снесли. Да в смысле, где этот черт? О, нет, нет. Да сколько там залпов? Что там? Кто там стреляет? Кто там стреляет так? Я не понимаю, сколько их там? 50 тысяч. На! Скотина, вот еще. О нет, он там. У эсминцев КД 2-3 секунды. Торпеды прямо по курсу. О нет, еще и торпеды. Ой-ой-ой. Так. Все, все, поворот, поворот, а то в остров впишемся. Хорошо, еще, еще накидал ему. О, Петропавловск, держись. Петропавловск! О, нет, я слишком высоко взял. Наша команда получила преимущество. Я получил преимущество, которое и не снилось моему отцу. Давай, Петропавловск, доживи! Ну, 11 тысяч. Отличный бой. Прощай, Петропавловск. Ну, будем честны. Смоленск был перспективней. Да, блин, Смоленск все еще не откатился. Александр Невский. Ну, с таким именем невозможно проиграть. Уж извините, конечно, но Александр Невский абсолютно победитель. Говоря про Ваху, я много лет хочу начать читать, но просто ненавижу межавторские циклы. Такая каша. Аркаш, не ходи соло, ходи с кем-нибудь в паре. Хорошо, а сейчас пойду в паре. Регистрация в данном регионе недоступна для вашей страны. Если страна была определена некорректно, выберите страну из списка вручную. Ну, потому что мир кораблей, он для РФ и РБ. Вот. Они, у них вот такое, такая региональность. Поэтому если вы не из РФ и не из РБ, то... Не, ну вы, конечно, можете зарегистрироваться, просто выбрав РФ или РБ. Но я вам этого не говорил, не говорил. Где РЛС был, типа, радар врагов видно на некоторое время. Так. Фарерские острова. Ну что, погнали. Сашка, Сашенька, Сашок Невский сейчас нам устроит. Бой начинается! Бой начинается! Союзники, захватываем точку. Горка, ты помнишь про горку и морку? Про жесткую порку помню. Так, я иду с шаманом. Вот. Сейчас мы с шаманом всем покажем. Отлично сыграно, командир. Не что, не что. Уже благодарят. Внимание, держите указанный корабль. А дружочки, пирожочки, булочки сегодня будут? Сегодня у нас были металлические булочки.
Не менее металлические дружочки. Ну и пирожочки тоже будут. Так, все. Сейчас мы с шаманом все устроим. Дружочки, пирожочки, булочки — это те, кто пришел на сегодняшние стримы. На оба, желательно, сразу. Ну или хотя бы на мир кораблей. Что-то подлодок мало в боях. Ёб, звездочка, звездочка и пирожочки. Ну просто, типа, их не видно. Хера там обнаружен линкор из ниоткуда вообще возник. Так, шаман, куда ты поплыл? О! О! 812! Вот так, дружочки, пирожочки. ВИЧ, говорят, могут заблокировать в России. Ну, это как всегда просто, пока... Ну... Ничего конкретного, в общем, просто типа... Ну, мы можем заблокировать. Ну, типа... Короче, Роскомнадзор может заблокировать все, понимаете? Вот, все может заблокировать. Ну, чисто теоретически. То есть, вот, вот. То есть, и они такие сейчас говорят. Ну, мы можем заблокировать Twitch. Понимаете? Мы такие, ну, да, мы понимаем, вы можете заблокировать Twitch, а можете и не блокировать Twitch. Вот. Да блин, шаман, прикрывай меня. Танчи. Прямо по курсу. Неполадки устранены. Вижу линкор противника. О нет, я прям на торпеды. Шаман, скотина, ты меня подставил. Все, забейте. Надеюсь, Смоленск откатился. Да блин, Смоленск все еще. Короче, Сашка Невский вообще ненадежный. Рига внезапно. Ригу я еще не топил. Торпеды вроде большой труд. Да я на таком расстоянии, что какие торпеды. Вот, поэтому как бы, ну, можете заблокировать, можете не блокировать. Вот. И все, в принципе. Пока только об этом разговор, по сути себе. Вот. Там, конечно, были недавно конкретные, так сказать, скандалы, связанные с конкретными стримерами, которые рекламируют казино. Вот, но... Что тут можно сказать? Ну, мне кажется, любому было понятно, что рано или поздно реклама казино выйдет боком, типа. То есть раньше все такие, типа, пронесет. Рук, у тебя задача потопить все корабли в этой игре. Сейчас я вам покажу свою красотку. Это Рига, между прочим. Вот, поэтому рано или поздно, да. Мартин, на небе только и разговоры, что он в блокировках Твича. Нужно блокировать чисто страницы стримеров, нарушающих, но нет, надо все. Ты понимаешь, Далик, там проблема в том, что невозможно заблокировать точечно. Короче, там какая-то техническая особенность. Я не шарю, я не настолько великий программист. Начинается! Но судя по тому, что, как я это понял, когда у тебя сайт, типа, по HTTPS протоколу сделанный, по защищенному зашифрованному протоколу, ты не можешь забанить чисто какую-то страницу на этом сайте. Типа в бан улетит весь сайт. Ну что-то такое, я не знаю на самом деле до конца, как это работает. По крайней мере, я такое что-то слышал. Может, это не так. Я сам не понимаю, в чем проблема. То есть можно же забанить условно twitch.tv/bestcasino_streamer26 вместо того, чтобы блокировать весь Twitch. Вот. При HTTPS обмене провайдер видит только сервер, не видит страницу на нем, к которой обращаешься. Ну вот, типа, да, вот эта хрень получается, что
Вот twitch.tv/bestcasino-streamer. Провайдер не видит, что вы заходите именно на Best Casino Streamer. Он видит, что вы заходите на Twitch TV. Он не может отследить, что вы именно на Best Casino Streamer 26. И поэтому вариант от техническая особенность. Я думаю, все видят, но не палятся. Да при чем все видят, но не палятся? Так работает протокол HTTPS. Ну, типа зашифрованный. Даже когда вы переходите с одного сайта на другой, с HTTPS сайта на HTTPS сайт, ну или неважно, на HTTP сайт, короче, на сайт с SSL сертификатом, на сайт без него или на сайт с ним, да, то вас не отследят, как бы, с какого вы конкретно источника. Хреначь самолет. Да чем мне хреначить-то, чем? Что, я буду залпы по самолетам кидать? Я пытаюсь подобраться к пирожочкам на Т вроде. А, ну ладно. О, дружочки, пирожочки. А что, здесь и самолеты летают? А мы уже играли на авианосцах. Кстати, очень классно. Что не умеет залпом самолет снимать. Топовая была бы, конечно, игра. Чисто херачишь самолеты. Ну, на 500. 500 урона! Вот так-то. Вижу линкор противника. Да твою мать. Это-то... Короче, вот в чем проблема. Что, типа, Роскомнадзор не может точечно банить страницы. У таких сайтов. С зашифрованным сертификатом. А не проще заставить площадку соблюдать закон страны и не пропускать канал с данным контентом? Так Twitch не идет на сотрудничество. Понимаете? Это ж Twitch сам, он сам игнорит. Он не платит штраф, он ничего не делает. Вот, в этом проблема. Поэтому на него злятся. Он же как бы это... Так, долетят, интересно, или опять я в остров попаду? О, тыщеночка! Я слышал, что наоборот, Twitch все исполняет и платит. В смысле исполняет? Там же было, типа, что какие-то стримы... не были забанены на территории РФ. И вот за это был последний штраф Твичу. Вот на 4 миллиона, который. За то, что там какие-то конкретно вот стримы не отреагировал Твич на запрос. То есть послали запрос, типа, забаньте. Не забанили. Вот штраф 4 миллиона. Ну, то есть, как бы, ну, вот так-то работает, но здесь, ну, понимаете? Девятка Алода в Дискорде. Там, наконец-то, дорожную карту выложили, а написать некуда. Ветка Алода в Дискорде? Ну, может быть, скоро она появится. Так, хорошо. Да что вы мне так фигачите-то больно? Ай-яй-яй. Так, чинимся. Торг, в Атомик наигрался, что ли? Ну, у нас сегодня по плану был... Я вообще не думал, что мы сегодня пойдем в Атомик, потому что Атомик завтра выходит. Но я понял, как стать новозеландцем, поэтому... Да какой уходи за остров? Это что нахрен? Трейсер из Овервотча, что ли? Чтобы я блинканулся и за остров. Я уже понял, что я высунулся. Ну все уже. Все, давайте. Ластовую на Смоленске.
Та-ра-та-та. Кто в курсе, как Atomic уже лежит на торренте? Господи, торрент. Он в геймпассе лежит. Геймпас-то вроде недорогой. Да и на крайняк геймпас можно там какими-то окольными путями за 5 рублей купить. Был на сегодня уже все. Но мне кажется, Atomic не та игра, которую можно марафонить. Ой, ну в том плане, что... Как-то по чуть-чуть ее лучше, а то задушишься. ВК Play можно взять. Ну я уж, если даже предположить, какой-то максимально экономный вариант. Ну, типа, на ВК Play ты ее берешь за full price. На Game Pass ты ее берешь за цену месяца или меньше, если там какими-то левыми путями. Так, все, значит, у нас есть торпеды. Наша задача — встать в смоки. И вот это вот все. Но, ребят, смотрите, если вас смущает, что игра платная, и вы хотите какую-то бесплатную игру, то что я могу посоветовать? Мир кораблей. По команде восклицательный знак корабли, баннер в чате. Ой, нет. Баннер под стримом. Вот. Переходите, кликайте, устанавливайте. И становитесь самым крутым подлодочником в истории. Так, ладно, давайте попробуем как-нибудь не обосраться в этот раз. Постараемся, постараемся. Это... Союзник, требуется твоя поддержка. Я блок выключил и не работает. Попробуйте обновить. Так, Смоленск, нужна поддержка. Так, меня кто-то зовет. Кто это был? Диметрис. Диметрис. А кто из них Диметрис? А вот Диметрис. Все. Диметрис, я с тобой. Диметрис, 105 тысяч у него хп. Я точно буду с ним плавать. Ходить, гулять. И вот это вот все. Та-та-та-дан-та-дан. Та-та-дан-та-дан. Силы противника на горизонте. Из клана Рюрик, между прочим. Царский подгон. Не грань, а корабли. Корабли. Не корабли, не коробли, корабли. Понимаете? Так, блин, Диметрика уже пробили. Вижу линкор противника. Вижу крейсер противника. Диметрик, ты зачем меня звал? Чтоб тебя прошибали тут? Так. Расчеты ПВО в полный бой. ПВО херачим. Маневрируйте, чтобы не попасть в зону поражения. Ты рофил? Рофлишь, что ли? Как я тебе маневрировать буду? Я чё, на катере, что ли, путешествую? Руль заклинен. Почему руль заклинен? 30 секунд заклинила руль. О, нет! Вот и два самолета сбил. Ха-ха-ха, вот они. Надеюсь, что завтра Atomic Heart починят, и я буду хотя бы мультики смотреть. А сейчас самое интересное будет, сколько копирайт клеймов прилетит на запись. Так. Сейчас надо к Диметрицу. Он просил ему помочь. Орг, блины уже ел на неделю. Вот планирую после стрима поесть блинов. А правда, что за самолеты играют маленькие китайские дети? Учитывая, что я сегодня играл за самолеты в прямом эфире,
И учитывая, что я маленький китайский ребенок, то получается, что так. Все сходится. Так, идемте. Рюрику помогать. Та-ра-та-та. Может, хоть не сольемся в начале катки? Ну, блин, просто все опытные, естественно. На таких-то кораблях, на крутых кидают. Понятно, девушки, если бы мы играли на кораблях попроще, нам бы и людей попроще. Обнаружен линкор противника. Блин, я до него даже не достреливаю. Обнаружен крейсер противника. Только ты прошел Хогвартс, как тебе? Ядрить там прилетело ему. Прошел основной сюжет, все сайды не проходил. Атмосфера топ, сюжет не очень. Хрена себе. Двигатель выведет из строя. Еще и двигатель, да в смысле, что за снайпер? Мне сегодня... Пожарная тревога. Да какой пожарный, я только применил пожар. Я только вышел. Вот, мне сегодня и руль сломали, и двигатель повредили. Да как вы это делаете? Калибра выведена из строя. Так, дымы. Херачим дымы. На Вальхейм пока нет планов. Нет. Ради, вы в порядке? Что у вас на голове? Так, все, начинаем обстреливать. Абсосов. Операция «Обстрел абсосов». Нужно просто зарегать АК или что-то еще. Смотря для чего. Это один и тот же человек весь день про Вальхейм пишет. Видимо, да. Операция обстрела абсосов. Крейсер противника. Наша команда... Отлично. Я посреди открытого моря. Твою мать. Калибра уничтожена. Говно. Так. Как я здесь оказался? Где вообще нос? Сюда. Торпеды. По белой, хорош. Да, я по белой. Мне кажется, я не попал ни хрена. О, блин, о, боже. А, блин, ну у меня только что-то получать стало. Скотина. Нет, нет, нет. Ну, у меня почти получилось. Димсон какой-то уничтожил. Белый сектор. Это как нужно взять упреждение. Так я и кидал по белой. Я просто, может, куда-то не туда нажал. Я же прям навелся на белую. Ну, слушайте, я начал понимать. По крайней мере, на Смоленске мы сегодня хоть чуть-чуть показали. Ну что ж. Ой. Ну неплохо посидели, неплохо. Я понимаю, что вообще ничего не успели. Вообще ничего нормально не вышло. Но было весело, мне кажется. Было классно. Вот. Было достаточно разнопланово. Посмотреть успели все корабли. Хоть и ни на одном ничего не добились. Но... Вы видели мой талант? Это авианосство. На авианосство. Да.
И напоминаю, друзья, это была спонсорская часть стрима, и вы можете поддержать, когда перейдя по ссылочке, восклицательный знак корабли, там баннер есть, вот это вот все. Собственно, это большая поддержка. Вот. Поэтому что могу сказать? Спасибо большое за сегодняшнее присутствие. Мы сегодня и похайпили неистово на Atomic Heart и поиграли в расслабляющий мир кораблей. Завтра продолжим это веселье. Ну, в смысле, Atomic Heart. И пока все. Вот. Благодарю. Ртеплюшки дадут за наши реги-то. Ну, будем надеяться, что пару кораблей подгонят. А будут еще корабли. Ну, посмотрим, посмотрим. Я не знаю, может, если они вам понравятся, мы и вне Sellout как-нибудь поиграем. Да. Все, получается. Отправляю вас в Софе. Это, кстати, диван на венгерском. Обязательно ей это передайте. А, нет, передайте ей лунный код. Лунный код. Лунный код. Все. До завтра. Вы крутые. И пока-пока, командиры.